И всем привет, ребят, с вами Аурум, и я нахожусь в игрушечке Stumble Guys. Вы знаете, я впечатлился тем количеством комментариев в прошлом видео и положительным таким откликом, который вы сделали с реакцией на то, что я возвращаюсь в Stumble Guys. И что вы думаете? Я вернулся в Stumble Guys, и это, кстати, какая-то акция. Тут у нас, ну мы сейчас к этому перейдем, там появились новые скины в Stumble Guys. Мы-то и старые еще не все выбили, но тут появились новые скины, поэтому в этом видео у нас достаточно много работы. Во-первых, мы купим Stumble Pass. Во-вторых, в магазине мы постараемся выбить тот самый новый скинчик. Ну а в-третьих, ребятки, у меня гигантское количество гемов. Просто посмотрите на это количество гемов и на это количество Stumble жетонов. Опять же, цены у меня в магазине какие-то прям вот айосовские. Вот реально iOS цены. Я вам предлагаю же абсолютно другие цены. Причем по типа коду профиля, да. То есть не надо никаких передач аккаунтов, ничего. Чего. И, ну, опять же, хочу сказать, что недавно открыл свой магазин. На данный момент магазин выглядит примерно следующим образом. Он находится в Телеграме. То есть каждый из вас, походу, имеет доступ в Телеграм. Короче, заходите по ссылке в описании. Здесь, пожалуйста, каталог и цены намного сильно отличаются от цен на iOS. Вот на моем устройстве именно поэтому была мотивация сделать такие цены. Поэтому тут есть Free Fire, PUBG Mobile, какой-то COD Mobile, я не знаю, что это. Это Асфальт 9, вы знаете, да, по-любому эту гоночную хрень. Genshin Impact для самых эстетов. Roblox, Mobile Legends, Block Mango и Stumble Guys, конечно же. И вот если надо Stumble Guys, заходите сюда. Самоцветы, жетоны или акции тоже. По акциям сейчас работаем, чтобы они обновлялись каждый день. Ну, короче, все здесь есть. Выбираем нужное, да. Опять же, копируем. Просто копируем ваш тег, да, больше ничего не надо. Ну и опять же, магазин называется Donator Shop, но это мой магазин, ребятки. Поэтому можете не бояться за там, что-то вас кто-то обманет и так далее. Здесь есть круглосуточная служба поддержки, и в то же время донаты приходят максимально быстро. Все это автоматизировано, то есть не надо ни с кем переписываться, ничего не делать. Тупо купил и забыл все. И пошел покупать, например, Stumble Pass, как вот я сейчас это сделаю. Давай, значит, ну и количество гемасов, еще раз, обращаем внимание на количество гемов и жетонов у меня на аккаунте. Понимаем, да? Хорошо, давай начнем с Stumble Pass. 1200 гемасов он стоит. Ой-ой-ой-ой. И что? А у меня не так уж много тут собрано. Ребятки, у меня не так уж... Хотя, смотри, я сразу... Блин, серьезно? Здесь Stumble Pass и сразу легендарный скин? Банан. Прикол, прикол. Давай использовать, да, использовать, используем. Так, редкий. Ой-ой-ой, рандомный редкий, да? А, или лучше, можно и лучше. Хорошо. Давай на леги, 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 останавливайся. И редкий, редкий Барт Дэнди. Ребят, кстати, поддержите видос лайком, хочу от вас увидеть отклик. Если вам нравится Stumble Guys у меня на канале, обязательно делайте. Опа, 10 жетончиков. Сразу забираем еще... Так, вот это вот. И анимация, легендарная анимация, кайф. А за бесплатно что я получаю? Колесо удачи, обычный или лучше? Обычный или лучше? Обычный или лучше? А я лучше получаю эпический. Но это повтор. Это повтор. Convert to... Ага, я на десяточку. 50 гемасиков. Кстати, прикольно, что бесплатно дают 50 гемов. Это вам не Brawl Stars, ребят. 50 гемов тут дают бесплатно. Так, обычный или лучше? Смотрим. Запись идет, все хорошо. Так, 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 так. Необычный. Что это значит необычный? А, это типа редкий, здесь он так называется. Понял, принял. Ну, что, я не буду за 30 гемасов прокачивать. Ну ладно, один прокачаю, вот редкий или лучше. Один прокачаю, так я думаю, что буду играть. И оно само откроется, правильно? Я думаю, так лучше. Теперь забрать. Крутим, вертим, крутим, вертим, крутим, вертим, крутим, вертим, крутим, вертим, крутим, вертим, крутим. Лего, стоем, бо! Ух, эпически. Ну, у меня-то Лего тоже была. И дубликат, короче, у меня это все по дубликату. Ладно, что теперь? Мне где-то выпало, ты знаешь, мне где-то здесь выпала такая выпадающая... Как оно называется? Боже, кстати, версия 0.51.4. То есть они не считают, что это версия 1.0.1.0, да? Где тут новости? Совершенно новый небесный стамблер приходит. Stumble Guys. Примите мудрость зодиака и встречайте Cancer. Это краб и тельный
краб и тельный персонаж. И тельный? Крабительный. О, крабительный. Что, блин? Персонаж появится в новом временном колесе. Не пропустите этот божественный шанс. Крутите прямо сейчас. Ребят, я не пропущу этот шанс. И мы будем его крутить. Так, колесо звезд. Особое колесо. Вот он. Нет? Классическое колесо. Вообще, бесплатно крутанем вот это вот дело. У меня здесь две попытки. Почему нет? Надо крутить бесплатно обязательно. Но где-то я его уже видел. Я зашел, видел, а потом решил видос записывать. И сейчас нету. Только необычный. Отлично. 5 гемасиков. Это мне нравится. Это прекрасно. Бесплатно. Давай еще. Крутим, вертим жетончики, самоцветики, стоямба, редкий, необычный, окей. Необычный, вот знаете, такой необычный. Смотри, у нас есть обычный, редкий, эпический, особое колесо, колесо звезд, колесо удачи. Тоже бесплатно, если бесплатно, я буду. Значит, здесь 50% шанс самоцвета, там же жетоны 25 и 25 облики, тоже крутим. Сколько здесь всего бесплатного? Легособый стоять! Нет! Ты видел его столько? Прям столикошка! Столика! Я не понимаю. Так, подожди. Как оно еще раз? Давай новости. Кэнсер! Вот же он, ребятки! Вот он, Кэнсер! Шанс 2%. Кстати, в прошлый раз вы помните, да, кого мы выбили? Вообще жестко. Ну, давай сразу 10. Крутанем. Сразу. Поехали. Та-та-ти-та-ти-та-там. Та-та-та-та-та-там. Та-та-та-та-та-там. Так, где Кэнсер? Кстати, там скинчики здесь, которых у меня реально нет, мне кажется, да? Редкий. Ну его дубликат. Дубликат такой был. Дальше. Ебой, блин, со второго я супер фартовый. Я самый фартовый. Я просто потому что я покупаю гемы в магазине донатер. Поэтому именно кто покупает гемы в магазине донатер, тот самый фартовый. Ну вот. Донатер всегда донатит эпически. Вот этого не было, по-моему, да. Не было. Я уже даже скины по этому. Я сразу этого кэнкера выбил, обалдеть. Надо. Лего почти! Надо сейчас пойти катнуть им. Просто посмотреть, что к чему. Так. Чуть-чуть опять он не выпал. 2% шанс. Я выбил его со второго. Со второго закрута. Редкий. Лады. Ладно. Пусть будет так. Лего стоять. Нет, ладно. Хорошо. Дубликат. Редкий. Окей. Так, ну что, по итогу я выбил 4, получается, не дубликата. Из них Кэнсер, то, что и хотел выбить. Поэтому я прям рад. Давай поставим Кэнсера, посмотрим, что, насколько он крут. А что, ничего не нажимается настроить? Ага, это мифический блин, вот этого чела у меня 2, помните? Мне люди пишут, что ютуберы пытаются выбить там, капец, 1 000 000 лет, а мне выпало. Кто не смотрел прошлый видос, обязательно перейдите, посмотрите. Мне их чуть ли 2 подряд не выпало. То есть дубликат сразу же был в одном сете закрута. Так, ну что, вау, он жесткий, он какой-то жесткий. Рыбы. Ну, кто ты по знаку зодиака? Рыба. Краб по знаку зодиака рыба. Теперь я видел все. А в облике можем менять или нет? Ну, цвет кожи. Вообще ему все равно. Просто расист какой-то. И без разницы ему цвет кожи. Опа, насмешка у нас вот такая. Смотри, легендарная, использовать. Выберите эмоцию, которую хотите заменить. Да, вот это, например, да. Так, и анимацию. Анимацию вот эту можем, да? Кайф! Мне нравится. Или вот это. Та-та-ти-та-та. Да не, мне больше нравится с этими. Хотя я в реальной жизни салюты уже не люблю. Абсолютно. Но нравится. Ну что, давай в реальной катнем. Потом еще откроем. Так что не закрывай видос. Мы еще откроем за там 1000 с чем-то есть бокс. За 1000 гемов вообще. Один крутанем. Так, ну вот по скиллу надо подтянуть скилл, потому что я отвратительно играю. Я год назад играл побольше и получше играл. Сейчас вот отвратительно. Мне кажется, сейчас прям на этой трассе сразу проиграю. Но если это будет так, ребят, ну не судите строго, такой уж я рак. Я даже себя не вижу, где я вообще? Ага, вот я сбоку, но я пока еще же. В целом-то неплохо, вообще идем мы. Так. Главное не падать и прыжок. Так, упал. Упал, пацаны. Так, ладно. Так. Так. Блинский, блин! Ну, ты смотри, ты либо с первого раза пробегаешь, либо ты 10 раз падаешь. Я не знаю, как это работает. Раз. И раз.
Все, пробежал. Отлично, отлично. Здесь пробежал. Вниз быстренько падаем. Я выбыл. Но скинчик вы увидели, как выглядит. Он кайфовый. Он кайфовый. Я не буду переигрывать. Я не буду строить из себя гуру там. Но он фантастический. Просто фантастический. Так, я еще видел вот это вот жесткое что-то. Особое колесо. Один день 8 часов осталось. Давайте следующим образом. Я предлагаю сделать что? Я предлагаю одно сейчас открыть. Если мы наберем много-много-много-много лайков, там, скажем, ну вот под прошлым роликом сколько там где-то. Короче, хотя бы вот давайте так, 5000 лайков набираем под этим видео. И я делаю открытие в одном видосе, ну штук 10 крутану, да? Вот 10, Карл. Это прям много. Или там 15. Короче, вот давай так. Давай, прожми лайк, если ты хочешь. А сейчас один. Ну, дорого, 1000. Прикинь, 1000 гемас. Шутка ли? Ты знаешь, да, сколько в официальном у меня стоит? У меня стоит в официальном прям какие-то космические бабки. То есть 5000 стоит $20. То есть вообще сумасшедшие. Сумасшедшие деньги. Вот. Ну, я крутану там на 10 пусть. На 20. Ну, максимум. Все, 20 максимум. Все, больше не проси. На 20. Но надо 5000 лайков, поэтому прожимай. Ну что, что мы можем выиграть? Pixel Orbit. Угу, хотелось бы. DJ Jet. Golden Robo, Stumble Love. Короче, у меня ни одного из этих скинов нет. Но прям гарантированно ты получаешь что-то жесткое. То есть это по сути, если бы в игру Brawl Stars ввели бы какой-нибудь легендарный сундук. Да, то есть, блин, почему вот в игре Brawl Stars не введут вот такой рулетки по скинам? Это же гениально. Supercell, присмотритесь к этой теме, это гениально. Здесь не падают бравлеры, здесь есть вообще только скины. И их можно вот так весело выбивать. Ну кайф же, ну кайф же. Почему вы так не сделаете, я не знаю. Давай, ребят, давай. Давай что-то жесткое. Хочу особый, особый, тормози. Не на леге, еще прокручивай. Да! Обалдеть, сразу Pixel Orbit. Сразу же мифик. Это ж особый, это круче, мне сказали, чем в два раза, чем мифик. Обалдеть. Я его сразу одеваю. Сразу одеваю. Ох, колесо. Ян здесь, загляните в магазин и крутите колесо для шансов на Ин и Ян. Вы издеваетесь, что ли? Я хотел заканчивать этот ролик, ну ладно, разве просите? А, ну типа только что появилось, его не было. Оно чисто под меня, мне кажется, появилось. Ладно, ладно, инь-янь. А, инь-янь, а там было как-то по-другому написано. Давай так, мы сейчас посмотрим на этот скин, катнем каточку, а потом инь-янь крутанем. Во-первых, хочу посмотреть, мифик, да, он... Нет, это, наверное, мифик, да, или что? Нет, это просто мифик, особый, это мифик, да? Или нет? Напиши в комментариях. Смотри, у меня один же есть, особый, да, это мифик. А это... Чё? Это мифик. Нет, стой. Все перепуталось. Это написано особый, а это мифик. Раньше, год назад, опять же, вот это был мифик. Я помню, как этого самурая Сей Тайшогун. Я его выбил год назад, он назывался мифический. Сейчас он называется особый. А вот эти пацаны называются мифические. Все перепутали в моей голове, ну да ладно. Хорошо. Давайте этим челом. Но он, это космический космос, мне нравится. Выглядит жестко. Выглядит жестко. Super Bowl Scramble. Я, как всегда, не пройду эту карту, но... Типа, камон. Давайте так, не буду проходить, буду орать. Чтобы вам хоть веселее было. Я пока первый, пошли в жопу. Нет, толкаем, пацаны. Ладно, ладно, я понял. Почему все бегут в центр, если хотелось бы... Ой, нет, тихо. Смотри, я нормально еще двигаюсь. Так, по-тихому. И хоп, отличненько. Отличненько. Беги, маленький, беги. Что я наделал? Блин, я подумал, что там лестница, отвечаю. Я подумал, что это лестница. У них настолько реалистичные эти текстуры бэкграунда, что я реально подумал, боже, я не прошел. Обалдеть, я 18-й был. Если бы я не прыгнул в эти текстуры, я просто, еще раз, я увидел текстуры лестницы и подумал, что это реально лестница. Бред, жесть какая. Ладно, надо побольше играть, чтобы и так не позориться прям на видос. Ну, че, давай инь-янь. Инь-янь, что сделаем? Смотри, здесь инь, шанс 2%. Янь, шанс 2%. 3,89 на сверхредкие. Ну, я буду называть, окей, синие сверхредкие, зеленые редкие, просто пока по БСу. Эпики 3,76. Лего 2%, то есть инь-янь приравниваются к леге, а они, наверное, и есть легами, да? Маршмеллоу есть, прикольный, полар. Ну, в общем, короче, нормально. Я думаю, что десяточку крутанем. Давай десяточку, поехали. Первый. Нет, необычный, кстати, необычный, у меня его нет.
Интересно. А дубликат? А нет, тоже его нет. Лионель Месси. Лионель Месси в Stumble Guys. Обалдеть. Легендарный дубликат. Да, я помню эту собаку, улыбаку. Собаку улыбака. Пандочку бы. Вот панды вроде точно нету. Это тоже дубликат. Пока, по-моему, два бравлера не... Два Stumble Guys, а не дубликаты. Необычный пират. Не дубликат. А вот здесь Синьянь, видите, мне не уже не фартит. Синьянь мне не фартит. Ага. Дубликат. Ага. Дубликат. Лего! Но дубликат! Да что будешь делать? Ну, шанс 2%, и мне падают дубликаты. А где вообще Инь-Янь? Они вообще хоть крутятся? Блин. Так, ну, три, всего лишь три недубликата, офигеть. Короче, я должен был ливнуть после предыдущего видоса, но фиг с ним. За твой лайк еще давай. Давай еще. Инь-Янь, я не вижу их. А, вот, вижу. Не докрутилось на два. Ебу! Это кто у нас? Это у нас Инь. Это у нас Инь. Собака это улыбака выпала, я бы вообще обалдел. Инь это кайф. Инь это кайф, теперь нужен Янь. Дубликат. Шанс 2%, а так как будто и так и не скажешь. Янь! Пфф, вообще легко. Вообще просто легче легшего. Просто я выбиваю все в этом мире. Тупо вообще под ноль. Все. Просто все, ребят. Просто тупо все. Офигеть. Вообще на изичах. Просто на изичах. Дубликат. Дубликат. Редкий. Дубликат. Ну что, самое главное, короче, выпало три новых стамблера. Из них один свиммер-бой, свиммер-броди и Инь и Янь. Мне прям очень нравится. Более чем спасибо разработчики этой игры, что не заставили меня сливать все деньги. Я полностью удовлетворен сегодняшним видосом, более чем. Инь и Янь мы выбили. С особого колеса тоже косарь стоит. А, нет, подожди, мы не выбили, да, по-моему, подожди. А, нет, ну я же выбил вот этого штриха. Пиксель-орбит мы же выбили? Я же выбил его. Короче, я пиксель-орбит вырыл и этого выбил. Боже, я выбил все, что только можно, господа. Это вот этого классного я выбил. Короче, не знаю, подожди, тут еще есть какие-то призы, бесплатные призы. Они заставляют меня смотреть рекламу. Давайте на этой прекрасной ноте, это был мисс Клик. Давайте на этой прекрасной ноте я еще расскажу, что у меня есть магазин донатер, залети на него и можешь пару гемов себе задонатить. Помимо прочего, я буду делать акции и, возможно, когда ты залетишь, уже там будет какая-то акция, где будет условно бесплатно. Плюс там есть раздел бесплатные гемы, тоже в него залети. Можешь получить самоцветы в разных играх бесплатно. Тебя обнимаю, подписывайся на канал, прожимай лайк, если нравится Stumble Guys на моем канале. Пока, ребят.